Команды начинают эту игру. Поехали. Итак, у нас аут. Карасо. Кастро. Харт. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Кастро. Можно бить! Невероятный сейв! С углового мяч будет введен в игру. Мяч летит в центр штрафной. И как опасно пробил! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит, можно продолжать игру. Янич. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мяч. Нужно выходить вперед! Бей! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Хумельс. Отлично сыграно, надо решать. Решил пробить. Судья показывает, что будет угловым. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Ну где же навес? И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Харт. Это может быть опасно. И опасно может получиться. И это удар. Счет в матче открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Янич. Пирло. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Посмотрим за этой атакой. Ну-ка, ты можешь все! Здесь защита справляется, мяч отобран. Ну, надо еще поработать над техникой, чтобы не ошибаться в таких простых ситуациях. Игра остановлена, будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. В этой атаке оборону пройти не удалось. Никого из адресатов там нет, будет аут.
Пирло. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пирло. Есть игрок вперед. Удар нужен. Скидка назад. Выбиваут. Правильно. Карасо. Судья даст, может быть, отложенный штраф, но это потом, а пока подавать надо. Удар. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Свисток арбитра угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Без проблем. Штрафной удар. Пирло. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Ничего себе. И что же это такое было? Я на этот вопрос, Георгий, ответить не берусь. Мяч за боковой линией. Янич. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Такие передачи придают атакам остроты. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Очередная потеря. Тут может что-то получиться. Янич. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Защита справляется. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Уверенно действовал в перехвате игрок. И вот 1-0. Еще 45 минут футбола на Альянс-арене. Поехали. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Туш-Сантуш Авейру. Это может быть опасно. Харт. Судья позволяет. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Можно бить! Просто невероятный перехват. Карасо. Штрафной ставит судья. Пирло.
Карасо. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Итак, у нас аут. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Карасо. В этой атаке оборону пройти не удалось. Янич. Карасо. Пересек мяч боковую линию. Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасно. Ушел мяч. Аут. Один защитник отыгран. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Кастро. Хан. Пока неплохо. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Карасо. Это может быть опасная атака. Забивать нужно! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Можно провести контратаку. Янич. Пирло. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Может получиться интересная атака. Пирло. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Выше ворот. Такой сейф можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Янич. Обратный пас. Очень быстро сыгран. А было опасно, точнее сказать, напряжен. До конца игры 7 минут. Тут может что-то получиться. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мяч летит в сторону ворот. Арбитр назначает угловой.
Центр штрафной, мяч направлен. Душ Санту Шавейру. Надо забивать, и гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество, и надо сказать, счет по игре. Великолепный мяч, и добавить тут нечего. Хороший розыгрыш углового и заслуженный гол мы смотрим еще раз. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Бить можно и забивать! Мяч уходит на угловой. Мы еще раз видим взятие ворот. Тут все как в аптеке. Точный расчет, точный удар и с какой силой. Думаю, нам не стоит винить вратаря за этот пропущенный мяч. И вот место подачи, розыгрыш угловой. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Отлично сыграно. Надо решать. Здорово сыграла защита. Какой удар! Это угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Мяч отобран чисто. Ну, матч... И опасно может получиться. И это удар. Счет в матче открыт. Ну что сказать. В центр штрафной, мяч направлен. Душ Санту Шавейру. Надо забивать, и гол!